Всем добрый вечер. Тема сегодняшнего видео – как приклеить коралл к плашке, либо к штырьку. Нам нужны будут кораллы сухие, сухие уже присухие, плашка, заготовленная с штырьком. И вот еще один коралл, но я уже сюда приклеил на самом деле штыречек. Просто показываю, как это выглядит. Просто берете на суперклей на гель. Вот так вот приклеиваете маленький штыречек, вставляете его в какую-нибудь расщелинку, либо отверстие просверленное, и у вас будет прекрасно расти коралл. Вам не надо будет в воде ничего пытаться приклеить, там на суперклей, на двухкомпонентный, просто вот так. Приклейте маленький штыречек пластиковый и практически в любое отверстие меж камнями вставите. На плашку точно так же. Мажете клеем чуть-чуть. Приклеиваете сначала на суперклей, потом берете для СПС, желательно брать всегда двухкомпонентный клей, не оставлять это на суперклей, потому что юбка наращивается гораздо хуже. Открываете, отрезаете там равные доли. Перемешиваете их и подклеиваете юбки. Юбка быстро нарастет на свежий фраг, но вот этот клей 100% уже проверено. На суперклей хуже наращивается юбка. В принципе, даже держит немного хуже. Но я не буду сейчас перемешивать до конца тут клей. В вашем случае, когда вы будете клеить, перемешивайте подольше. Вот так вот подклеиваете. Свежий суперклей даст даже лучше схватывание. Вот коралл весь обклеиваете, который вы хотите приклеить, и даете ему там подсохнуть. Можете смело минут 10 держать его на суше, вот так, ничего с ним не произойдет. Меня просто спрашивали, сколько можно держать. 10 минут. Ну, здесь можете так вот скатать колбаску такую. Ну, по кругу вот так. По кругу вот так сделать. Спокойно там 10 минут держите. Все подсохнет. Сначала суперклею дайте немножко схватиться, ну, потом вот этому клею, там, двухкомпонентному. Ну, вот так вот. Поставили. Все подсохнет. Можете смело в аквариум это все перемещать. Вот такие вот фраги получаются. Вот это вот быстрее делать. Быстрее намного, чем вот такой там. То есть надо плашку заготовить. Ну, у меня вот с плашками в основном все. Тут смотрите сами, кому как удобнее. Все, на этом видео заканчиваем. Спасибо. Да. До новых встреч.